Здравствуйте, с вами Олег, и вы на канале Олег G Games. Мы продолжаем игру Mars War Logs. Так, мы находимся в Темнополисе. Тут уже многих охранников мы повырубали. И у нас задание песок снова дома. Так, нет, не то. Так, дневник. Снова дома. Так, бежать в бедные кварталы нам нужно. Вот и все. Из дополнительных заданий пока ничего такого нету. Так. Опачки. Опять охранники. Ядрить их за ногу. Вот суки. Вы сукины дети, блядь. Кто-то там мне стрелял в затылок. Это не свой же чувак? А мне что-то такое подозрение возникло. Так. А что у нас тут? Тут у нас ни хрена нету, да? Понял. Когда у нас там уже уровень поднимется? У нас сейчас уже, кстати, довольно тяжело уровень поднимается. Ого, сыворотка, ткань, сплав, железные детали, боеприпасы для гвоздомета. Так, что это у нас тут? 17 патронов. Так, вроде бы все. Так, тут ничего, тут ничего. Где это мы? Ага. Так, здесь где-то еще должна быть какая-то дорога. Ага, вот она. Надо проверить, что там, а потом уже можно идти туда. Вот, нет. Так, понял. Это мы вернулись. Да, нам теперь только обратно идти. Угу, вижу. Так, а что же тут? Главарь, может быть, даже какой-то, не? Начальник этой охраны, блин. Так, я уже вижу там какую-то охрану. Трое, четверо, четверо, четверо. Так, давайте сохранимся. Хорош. Отлично. Я тебе стрельну сейчас. Все, отдыхать. Так, сейчас мы их обыщем. Патронов мы уже тут насобирали, кстати.
Ага, вижу металлоломчик. Я так и думал, что здесь что-то должно быть. Так, все, больше вроде ничего такого интересного. Да, можем дальше перемещаться на следующую локацию. Сейчас только сохранюсь. Что случилось? Опять бегут какие-то черти? Так, надо быстрее сваливать. Какой-то главный там еще. Вот так вот. Отсосите, блядь. Так, песок. Это мы уже попали в эти трущобы, я так понимаю. Там уже, наверное, какие-то будут задания у нас. Опа, это что за хрен? Contract for you. A man we want to find. And consider it done. What's his name? His name's Temperance, but he calls himself Roy. He refuses to join us. He's a renegade. He must be careful. It's said that he's armed. Armed? You think I usually go after Boy Scouts? Anyway, I know this Roy. I didn't know he was a renegade. We even worked together back in the day. Tough guy. And it's gonna cost you. Name your price. We can't let this man walk free. And if he dies, we'll only be grateful. All right, I'll be back with his body in a bit. Now get out of here. Your stench is pissing my dog off. Это кто такой еще, блядь? Какой-то наемник галимый. Думает, что я его боюсь, блядь. Так, все, это мы в трущобах, значит, он тут нас, кстати, может вылавливать. Это факт. Так, а ну-ка посмотрим на карту. Ого, вижу, вижу. Так, брошенное здание есть. Тервиль, трущобы, бар милосердия. Угу. Понял. Сохраняемся, сейчас тут чуть полазим. Так, а что у нас там по заданиям вообще? Бежать в бедные кварталы, ага. Ну, мы пока еще туда доберемся. Not too well. I need to understand what happened. Somebody's got to know something. I'm really sorry, kid. I know what you're going through and why you need answers, but my priority is for us to survive, too. We gotta find a place to hide out. I had somewhere not far from here back in the day, so let's go see if it's still there. Okay, you're probably right. Roy, I've never felt this way. I'm so fucking angry. Yet I can't even cry. I understand, I promise. We'll go find Charity after. If anyone knows anything about a rebel or resistance movement, it's her. Thanks. Really, thank you. You seem to be making a habit of saving my life. Я тебя вообще постоянно спасаю. Come on, let's go. Столько раз тебя уже там усопали те охранники, блин. Если бы не я, не знаю, что бы там было. Так, получен опыт. Что у нас-то? Добраться до района Песок. Пойти в Песок, в бар, который держит милосердие, поговорить с ней. Понял? Понял. Кстати, скоро у нас уровень должен подняться. И это прекрасно. Сейчас мы тут чуть походим, посмотрим, что тут есть интересного. О, тут какой-то уголок. Общаться, конечно же, никто не хочет. Почему я не удивлен? Кто спит, кто сидит, кто говорит, блин. Капец какой-то здесь. Fallout мне чем-то напоминает моментами, блин. Так, тут... О, нычка есть какая-то даже. Так. Так, куда это меня понесло уже?
Это что за дорога? Ага. Понял. Так, в эту сторону мы пока еще не идем. Сейчас пока в другую пойдем. Там есть человек, который хочет с нами поговорить. Вот меня он заинтересовал. Это сначала все обыщу, потом пойдем в этот бар. Вижу. Боже, один металлолом тут взяли и все. Ой, тут и эти живут. Мутанты, нихера себе. Да, сначала сюда можем пойти. Так, кто же тут хочет с нами поболтать? Вижу. Безмятежность. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? I run a bar, so I hear things. But look, I'll tell you if you get ID for me too. Давай, договорились. Okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. The war's over, so why check everyone? Well, I guess it's because of politics. I probably shouldn't say this to someone I don't know, but the technomancers didn't make too many friends when they took out the militia. Now there's a resistance. Guys against the authorities. That's why we got all these checkpoints. That and because it seems there's some guy in town. Ага, беглец это я. I even heard that the technomancers hired a bounty hunter to track him down. But, well, you know. Anyway, none of it's good for business. Понял. Так. Ух ты, бля. А это что такое? А ну-ка сохранимся и дадим просраться этим ребятам там внизу. Сейчас, я только посмотрю, что у нас там по заданиям. Песок, старый друг. Угу. Так, квартал. В северном квартале. Это где? Трущобы. До документов. Понял? Так, хочу с этими поговорить, ребятами. Papers? I got better things to do than show my papers every 10 feet. Cut me some slack, would you? Вот и все. Разобрались мы с этим КПП, блин. Стояли тут, блин, на дороге нам. Напрягали только. Понял. Так, все, дорогу мы здесь открыли в эту сторону. Так. Теперь посмотрим, что с этой стороны. Так, все поникшие.
Так, трущобы. Ага, тихий уголок, вот он. Я понял. Сначала идем в бар Милосердия, я думаю. Это будет самое правильное сейчас решение. Поговорим там со всеми, узнаем новости. И будем... А потом, я думаю, в трущобы надо будет сваливать. Так. А это кто? Ага, торговец. Ну давай. Так, а ну покажи, что у тебя там есть. 15, 13. Самодельная сабля, кинжал, труба. Ну, железный прут у меня и так есть. Я считаю, что так говно собачье у него тут есть. А вот тут уже поинтересней. Ух ты, ёлки. 300 пойдет одежда рабочего. О, форма солдата Авроры. Это интересно. Но здесь один прикол. Я смотрю, что здесь не знаю, ли я смогу что-то апгрейды делать. Так, сейчас я, знаете, что хочу посмотреть, что касаемо... Ну, одежда рабочего у него, он уже есть. Угу, максимальное здоровье она дает. Так, а насколько я смогу ее улучшить? Техновоин, блин. Пускай будет. О, совсем другое дело. Так, так оно теперь проигрывает, конечно.
Так, это мы разберем. Пускай, надо защита от электричества, чтобы была. Так, хорошо, улучшили тут чуть-чуть свои доспехи. Так, что у нас тут есть? Это куда ведет? Ага, сюда, да. Давайте глянем, что тут у нас. Чувак, охерел. Бандюганы, а? Так, надо их обыскать. Что-то у них тут должно же быть. Так. Всего лишь было трое, капец. Ха, против нас. Так, тут ни хрена нету. Так, надо тут осмотреться, тоже ничего нету. Так, пока что мы сюда не идем. Нам надо сначала в бар попасть. А это что за хрен там наверху? А, не можем по лестнице наверх пойти, понял. Так, там с бандитами мы разобрались. Так, о, тихо, это что было? А то так, если бы не было надписи, я бы не обратил внимания, кстати. Так... Куча всего здесь, а? У нас уже 25 есть патронов. Обалдеть. Кого хочешь, порвем. Так. Ага, я уже понял, куда идти. Так, только тут осталось осмотреться. Можно сохраниться на всякий случай. Так, этот неразговорчивый чувак. Ага, тут можно посидеть. Ну чё, привет. Great lady of Chatelaire. A great lady. Don't listen to him, boy. I used to be a whore. Nothing more. Ушки на макушке. That's kind of why we came to see you. We'd like to know what happened to some former members of the former militia. His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were. I imagine there's a kind of a resistance movement, seeing what the government's like. Kid wants to get into. You know. They're a secret society, and a secret society is, well, secret. And I need a favor. A friend of mine disappeared, and she left a while back to go to Tierville. She never came back. Find her. In the shopping district, huh? All right. Хорошо. Так, у нас уровень поднялся. Надо найти еще какую-то подругу там ее, да? Yes.
few questions to ask. You said your parents were in the militia? Yes. My father got wounded in combat a long time ago, but he didn't want to stop fighting. So when the militia... A noble intention, except I get the impression the militia isn't around much in these parts. Maybe they all... That'd be strange. The militia's still useful. Anyway, you can... Come on, let's go. Так, ну что ж, с ним поговорили и хватит. Так, здесь нам делать уже нечего. 15 уровень. Боже, какая красота. Так, ага, навыки. Блять, у меня тут броня не до конца улучшена. Так, а что у нас тут? Увеличивается урон. Это хорошо. Так, все. Улучшили мы чуть-чуть свои навыки. Так, я думаю, куда бы пойти сначала. Так, брошенное здание. Так, нет. Найти веру нам надо какую-то в Тервилле. Давайте, что там, пойдем туда. Так. Так, а где здесь можно выйти? А, вижу. Так, где это я вышел? А, вижу. Не знаю, насколько там большая локация будет. Это там что-то чешет. Так, нашего малого там уже гасят. Ты чё, сука, охерел? До свидания. Опять появились, а, чуваки эти? Ну ничего, нам не помешают лишние эти вот сыворотки. Появляется. Ты еще заодно он можно всякого при обыске найти полезное. Так, где этот переход есть? Тервилль. Сейчас глянем на карту, большая, нет? Тут тоже, наверное, до хрена всяких чепушил. Ух ты, блядь. Должно быть что-то интересное здесь, я думаю. Ах вы, сукины дети. Ух ты, блядь, дерзкий парень. Вот тут малой усыпал того чувака. Хорошо. Так, уделали этих ребят.
Боже, сколько там всего интересного. Ну, и еще один. Так, хорошо, давайте тут все обыщем. Зато у нас теперь 225 здоровья. Да, раз здоровье до хрена. Так, давайте дальше пойдем и посмотрим, что тут. Так, даже можно сохраниться. Эта дорога ведет, понял, куда. Давайте тут посмотрим, что есть. В центре у нас основное все задание получается. С этой Верой. Это что за хрен такой борзый стоит? Эти там за что-то чешут. Даже мы их не слышим, что самое интересное, подошли. Я уже думал, драться придется. Они как-то так стоят, интересно. Но нет, не тронули нас. Так, и тут ни хрена нет. А где это? Мы тут в самом дальнем углу, все. Сваливаем отсюда. Так, теперь на ту сторону надо еще пойти. Тоже разведаем сейчас территорию тут все. Вот сюда. А нет, не сюда, где-то здесь справа должна быть дорога. Вот. Да, красные фонари, прям это где проститутки, что ли? Улица красных фонарей. Так, тут вроде ничего не приныкано. Опа-па. А вот и ментяры. Ух ты, сука. Что, ни хера не видно. Ух ты, сука, дерзкая. Ты смотри, какой он прыткий оказался, а? Так, сейчас обыщем. Так, сывороточка есть. Ой, мучаемся, ребят. Сейчас я вас успокою. Интересно, сколько здесь можно патронов к гвоздомету собрать? Сколько хочешь? То это вообще бомба. Потом можно просто всех, если что, расстреливать. Я так держу на всякий случай на главаря кого-то. Очень жесткого. Ага, это я понял, куда нас приведет дорога. Так, надо тут осмотреться. Так, чуваки типа ничего не видели, да?
Хорошо. Так, давайте сохранимся на всякий пожарный. Так, тут я уже думал, блядь, опять охранники. Тут все спокойно. Так, туда мы пока не идем. Так, за этой дверью уже наше задание получается. Так, давайте пройдем тот конец карты, посмотрим, что там. Да, я думаю, там еще должны быть. Ух ты, катакомбы. Тут еще есть какие-то, не знаю, что там у них. В этих катакомбах. Так, тут ничего. Ага, доступ сейчас перекрыт, понял. Какая-то электростанция, тоже своя генераторная или что? О, какая третья статуя, сейчас не обратил внимания, вот она. Шикарно. Так, свой мирок. Ну, что нам остается? Только туда идти, если что, уже. Вариантов я других и не вижу, честно говоря. Да. Давайте я тут сохраняюсь, и уже в следующем видео мы продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.